Сегодня, в день рождения города, мэр Юрий Гришан выступил в прямом эфире авторадио «Магадан». Глава пожелал жителям столицы Колымы счастья, процветания и благополучия, а также рассказал о будущем областного центра. Каким будет пирс в Нагаеве? Об этом, я знаю, должны решить магаданцы. На сайте «Открытый Магадан», сайт мэрии и правительства, запущен опрос. Проекты красивые, но станут ли они реальностью? Динамика голосования такова, что и за один, и за второй вариант там достаточно много людей голосуют. Все это реально. Может быть, это было не совсем реально еще год назад, когда проговаривал Сергей Константинович с Больверком, это подрядчик причала и берегоукрепления, о том, чтобы эту работу сделать. Сделали самое главное – ограждающие конструкции. Сейчас эти ограждающие конструкции мощными металлорепами скреплены. Сделана внутренняя отсыпка. Как вы видите, стоит бетонный завод. И я сразу людям говорю, не надо там с мечами ходить и говорить, да мы тут забор, это временная строительная площадка, пока работает бетон. Ходить там нельзя. Через месяц-полтора этот забор будет разобран после того, как будет демонтирован бетонный завод, потому что там работают и бетоновозы, которые с завода подвозят бетон на этот пирс. Работает кран. Поэтому давайте вот мы вот эту паузу выдержим, но мы с вами получим прекрасное место отдыха. Его обещают сдать в сентябре этого года, поэтому потерпеть, в принципе, осталось немного. Давайте будем терпеливыми и дождемся вот этого радостного на самом деле события, потому что это будет и место, где могут пришвартоваться маломерные суда и взять пассажиров на борт для того, чтобы совершить путешествие не с камней, а именно с причала. Да, по большой воде уйти, и да, по большой воде вернуться. Может быть, таким образом и туризм у нас начнет. Совершенно верно.